Могилевская область долучится до ночи музея. Такую пятницу 20 мая с 5 вечера у городской ратуши наведывальникам пропонуют гульни, викторины, конкурсы и экскурсии. Дети смогут примерить одежду, стилизованное под эпоху магдебургского права. Дорослые поглядеть на город, праз панорамный бинокль и послухать трубача Магислова. О 19:30 у ратуши начнется концерт студии академичного вокала Могилевской областной филармонии. Мастацкий музей имени Павла Масленникова 20 мая проведет ночь музея. Тут запланированы мероприятия, присвященные выявленному мастерству Беларуси, России и замежа. У 11 годин наведывальникам презентуют коллекцию декоративно-прикладного мастерства Ирана. С 16 до 19 годин начнут працевать выставы графика ведущих мастаков Эстонии и выявленшее мастерство Могилевщины 20-го столетия. Их будет сопровождать концерт классической музыки. У субботу 21 мая с 14 до 23 годин Могилевский краязнавчий и этнографичный музей обещают наведывальникам приемные сюрпризы и призы. 18 мая у Бобруйском краязнавчем музее с 18 до 20 годин покажут город Мары. Районные музеи так само примут активный удел у акции. Например, у Чирикове 18 мая пройдет тематичная экскурсия по Леменской школе коммуне. У палаты Потемкина у Крышеве для наведывальников рыхтуют конкурсы, викторины, фаер-шоу и салют. Тут нож музею отбудется 20 мая.